А-е! Здравствуйте, друзья, подруги. Очень рад вас приветствовать на реакции Эмфюрствилла. Меня зовут Артурчик Эмфюрствилл. Сегодня долгожданный день. Сейчас поймете, почему. Вышел альбом «Тысяча жизней» у Кирилла Пятерки. Так, он мне записал сразу голосовое. Так, что за голосовое, Кирилл? Ну-ка. Братанчик, я хотя бы после джинился, просто зайди, посмотри, там это визуалы, это просто зацикленная 5-секундная картинка. А! Хотя бы глянь просто под каждый трек. Без проблем. Тогда давай, знаешь, что мы сделаем, Кирилл? Я думаю, что я просто буду включать треки на Ютубе, а чекать потом текст и в этом, в джинсе. Так, попка. Короче, у Кирилла Пятерки вышел альбом. И для меня это тоже, на самом деле, важный день, потому что... С начала этого года, я вам уже рассказывал, у нас открылось свое менеджерское агентство, в рамках которого можно там делать дистрибуцию, концерты и всякое такое. И альбом Кирилла — это такой первый большой релиз, который мы, типа, сейчас будем отрабатывать по площадкам. Меня очень расстроила поддержка плейлистов, но посмотрим, конечно, что там Яндекс, типа, что кого куда, но в процессе будем решать, разбираться. Так, Пятерка, ты... «Тысяча жизней». А где визуалы-то, ёпта? На Фуга ТВ? Или где? На Фуга ТВ, наверное. На Фуга ТВ, да. Так, стоять. Так, да, на Фуга ТВ. Все. Заебись, ребята. В общем, да, и для меня это тоже достаточно волнительный день. Кирилл очень старался над этим альбомом. У него это такой первый открывающий релиз его, когда он к музону еще, я так понимаю, ответственно подходит. Плюс у Кирилла скоро будут концерты. Обязательно приходите на концерты. Кирилла, я буду в Москве, я буду в Питере. Я, скорее всего, буду еще в Ростове. Поэтому приходите, блядь, Кириллу на концерты. Мы там с вами еще увидимся. Сейчас я буду стараться рассказывать про этот альбом с всеми его плюсами и минусами, сохраняя некую объективность. Но нужно понимать, что, как бы, да, это типа чел, которому я жестко респектую, потому что Кирилл сам по себе, именно как человек, как персонаж, ёбнулся, какой пиздатый. Он меня просто нахуй уничтожил. Типа, при последней поездке нашей в Ростов с Ильей я в жутком кайфе, в жутком ахуе. Мне кажется, что если бы мы жили с этим человеком в одном городе, я бы с ним тусовался каждый ёбаный день, потому что это нахуй, это не человек, это кладезь харизмы. И я думаю, что как концерты конкретно Кирилла и Мелшера пройдут ебистически, исключительно даже со стороны перформинга некого, да? Поэтому давайте оценивать, что нам приготовил Кирилл. Ребята, все относимся к этому, типа, ответственно и пытаемся разобраться, что как у Кирилла. Возможно, у нас родятся какие-то мысли, которыми захочется поделиться с Кириллом для того, чтобы он там дальше развивался в собственном творчестве. Вот, такая вот хуйня. Я сразу скажу, я не в контексте всего там творчества Кирилла на Ютубе, я не в контексте того, что он делал до этого, кроме там трека ЛПшка, там Оберег, или вот тех треков, которые я слышал на концертах. Для меня сейчас это все как чистый лист, типа, будет. Поэтому давайте разбираться, что кого куда. Собственно, первый трек на альбоме. Ну ладно, давайте прочитаем это описание на джинни до конца. Первый альбом «Пятерки» 21 июня 2023 года. Кирилл впервые представил на своем бусте сниппет трека с альбома. На Ютубе вышел сниппет тизер альбома. Название «Тысяча жизней» символизирует тысячу жизней подписчиков Кирилла, которые формируют его жизнь. Обложка сгенерирована мозаикой из нескольких тысяч фотографий его подписчиков. Кстати, да, мне Кирюха когда рассказывал эту идею, я такой, бля, это реально, реально хайп. Типа, по-моему, это очень прикольная идея со всех сторон. И она интересно раскрывает вообще Кирилла самого. Ну, типа, есть такой. Это действительно прикольно придумано. Первый трек — это фит с группой Атура. Ребята дружат, ребята двигаются вместе. Поэтому давайте чекать. Я буду, короче, вам показывать немного визуал, а потом мы будем переходить на Genius и как-то там копаться в тексте еще. Let's go. Первый трек — «Отсосите». Среди продажной знати и кровожадных бати город моего бати значит. Бля, прикиньте, насколько мне сейчас тяжело, потому что я даже в Майнкрафт никогда в жизни своей не играл. Меня вот Илья постоянно подъебывает, что, типа, тебе надо в Майнкрафт поиграть. Типа, я вот жду момента, когда я хайпану, чтобы сделать, короче, стрим, блядь, с тем, как я играю в Майнкрафт, блядь. Пучи, слуг, слюг, подлюг, в центре круг суд, варюг. У мэрии ждет безумный фанат, у мэрии вкусно, бездумный.
полный диктант. Пресса пишет под копирку хвалебный диктант. Гена чат, все ворчат, просят. Ка, у побережья банды? Я клуб, скалишь зуб тут? Ты труп, и каждый глуп, кто-то хочет ютуб. Не давая денег, не давая услуг. Море ругани, поре в одуре, табара превью. Пара закиданных глаз на тротуаре блюют. Не переваривай, сплю. Теперь город призрак, принимай новый вызов. Ты для этого избран. Вот сосите, отыщи свою землю. Среди сотен вселенной ты вернешься, я верю. Вот сосите. Глаз, устремленные в небо. У каждого проблема, вопрошают, где же Гена. Как помочь всему, Бога есть дилемма. Блядь. Чела станут поводом для мема. Слом реальности, из крайности в крайности. Рай наш стих, дай мне ярости, всех спасти. Все по новой, чек на верности, глупости. Строим город через трудности, скупости. Тик-так, йоу, часовые стрелки. Переносят где-то ты, участник перестрелки. Фильтруй, слом. Спасибо, Кирилл, за пост ТГ. Всем привет, ребята. В каждой стенке. Глянь на мост, он как будто с открытки. Здесь на плитке улыбки в избытке. Купишь шляпку кредиткой по скидке. Оглянись-ка, там взятки и пытки. По бокам смерть, впереди казино. Уплыву в закатном зареве, со мной корсары. По ночам свет, мы не спим, как в кино. В этом городе слились счастье и кошмары. Среди продажной знати, знати и кровожадных пати. Кто друг, а кто предатель? Пощады не просите. И, кстати, пора знать им. Кто против, тот заплатит. Город моего пати, значит, отсосите. Так, ну чё ж у нас, альбом открывается с репрезента, типа трек выходил уже синглом, и насколько я знаю, он достаточно тепло был принят, и в целом его ждали, этот речок у Кирилла долго. Стилёк присутствует, в целом трек репрезент, трек сторителлинговый такой. Не могу сказать, короче, что он работает хорошо как интро-трек, потому что в целом, как будто бы, знаешь, сейчас в альбомах много фишек, когда... Интро, оно такое погружающее в историю, хотя, возможно, опять же, типа трек, который погружает в город происходящего, типа туда-сюда, концепция. Что хочется отметить, у Кирилла очень пиздатый голос, типа вот именно подача его, типа вот на этом низком тембре, типа она реально пиздатая, то есть, ну, типа у него есть свой голос, и когда ты его слышишь, ты его уже ни с кем не перепутаешь. Плюс по зачитону тут все заебись сделано, то есть и рифмы присутствуют некие, да, как бы, и перебеги, и всякое такое, то есть как бы именно технически сделано все окей. Что мне в этом треке не нравится изначально? Он очень ровный, короче. У трека, типа, его бы сократить раза в два, типа, и чуть побольше, типа, динамики добавить, и был бы трек охуенный. Он и сейчас охуенный, но, типа, вот то, какие недочеты я со стороны для себя вижу, но... Я думаю, что как бы нужно понимать, что у человека первый альбом, да, как бы мы все сидим как бы и понимаем. Мне нравится ровность в песнях. Ну, опять же, ребят, я свое мнение говорю, поэтому извините, если вдруг что. На своем альбоме он так будет своим голосом играть, что я просто в ашале сидел, тут будет не только хрипотца. Я пиздеть не буду, я же отгружал этот альбом, я слышал его, но хочется рассказать каких-то вам мыслей своих на эту тему. Разбирая это как микстейп, тут у треков ноль связи... Чат варвары, достучитесь до Артурчикса. Да, достучались, не проблема. Кирилл сказал, что это признание в любви к городу. Ну, это чувствуется, понятное дело, что он, типа, такой, знаешь, типа, несмотря на какую-то агрессию, типа, происходящего вокруг, он, ну, как бы, в более комплиментарном ключе об этом всем рассказывает. Наверное, история города хотела засунуть для этого, длина такая трека получилась. Окей, окей, окей. Опять же, спасибо большое Кириллу за то, что запостил, типа, стрим. Давайте будем продолжать потихоньку. Будем заодно заценивать визуалы. Ну, визуалы, кстати, нужно отметить. Визуалы эти ебейшие. Я не знаю, кто их делал, но это большой чувак, типа, реально. Ты его весь слушал? Весь слушал, да. Но я не могу сказать, что я его слушал 500 раз. Я его слушал, типа, на момент, когда мы отгружали, для того, чтобы выцепить какие-то треки, которые мне больше всего понравятся. Которые там можно в фокус треки запихать и всякое такое. Такая хуйня. А аутсайдер делал. Я не знаю, кто это, но ему от меня летит респект. Чё? Вот, видимо, видишь, я просто, блядь, не в контексте. Мне так грустно от того, что я не в контексте, короче, всех его приколов внутренних.
Но думаю, что все будет база. Давайте, ты дальше трек. Кто я такой? Кто же такой Кирилл? Давайте будем разбираться. Let's go. Да, блядь, стоять. Я обычный парень, таких миллион. Но однажды на экране увидел ее. Любовь с первого взгляда. Тебя я вхожу, и мне нравится здесь, пока за окном жути и кромешный пи***ец. Я с тобой дни и ночи напролет и без сна. Скажут, я не разборчив, не нужна новизна. Ни наркотики, ни сиги и ни алкоголь не давали мне свободы, свободы такой. Теперь занят я любимой своей. Ой, хорошо. Хорошо. Нихуя себе он выдал. Бля, вот короче, вот этот трек, его есть охуевший плюс. А, помимо, опять же, типа, прикольного исполнения, он очень прикольно сторителлинговый. Он с образом Кирилла, типа, хорошо совмещается, и при этом он затрагивает в то же время какие-то, типа, вечные темы, типа, там, знаешь, самоопределение, типа, и всякое такое. А, из минусов этого трека, блядь, мне очень сильно не хватило свидоса в вопросе именно динамического какого-то диапазона всего трека, потому что он заходит в припев, по исполнению все ебать как круто, но трючок сам по себе из-за свидоса, он очень ровно звучит. Типа, и хочется, чтобы припев, типа, прям, знаешь, прям бам, нахуй, ебать мой хуй, типа, что происходит? Типа, вот что-то такое, типа. Но, опять же, чуваки, это первый нахуй альбом, блядь, у человека, типа, и он выдает осмысленные тексты, типа, в то же время, типа, с приколом. И по этой всей движухе, типа, нужно понимать, дайте Кириллу адекватного чела на свидосе, будет ебать. Но нужно понимать, я Кириллу об этом говорил, еще, по-моему, что-то вчера, позавчера мы списывались, я ему расписывал какие-то свои мысли по поводу этого альбома, я свидос в том числе указывал, но вы должны понять, короче, что вот вы, как потребители со стороны, да, вы такие, ну вот, блядь, поменяй свидос, и все. Нихуя. Типа, потому что чуваки, нужно понимать, все это делают в Ростове вместе. Типа, вот ИРЛ прям сидят и крутят, нахуй. И это заебись. У Илюхи Мазелова тоже на маяке такой же был свидос. Хуёвый. Да, не спорю. Так, типа, чуваки, нужно понять, что я же это все говорю не потому что, блядь, я хочу обосрать кого-то, типа. Я пытаюсь, типа, высказывать какие-то свои объективные, типа, критерии. Естественно, нахуй, блядь, я говорю сначала, что мне нравится, блядь, что бы я хотел, чтобы в будущем пофиксилось. Это нормально, типа. Я Кирилла, нахуй, ценю, люблю и уважаю. Он жесткий, хватит уже, не будем к этому возвращаться.
Следовательно, продолжим. Сторителлинг во всех треках будет пиздатый. Заранее к этому готовьтесь, кто не слушал. Это круто. Я думаю, что если, короче, будет варик в будущих работах, если Киллу, типа, это будет интересно, я бы попробовал еще залезть к ним в музон, типа, побольше и попробовать какие-то штуки, типа, им намутить. У меня есть подписок с ними только три хованские. Да, Юра там жестко кайфует. Реально, все еще нужно понимать, что у человека первый альбом. Я вам говорю, первые альбомы, они всегда говно, типа, блядь, обычно. Но здесь, типа, реально по тексту, по зачитону и по исполнению, реально пока, типа, все охуенно. То есть, ну, у меня нет вопросов, типа, к этому. Трек переносит на сервер пятерки СП во времена четвертого сезона. Кирилл делится мыслями, что он проживает свою жизнь на сервере. Он имеет на сервере небывалую свободу, которую не видал в жизни. Конечно, типа, это нормальная тема для раскрытия, потому что, ну, как бы, жизнь, она жизнь, типа, а в интернете ты можешь быть кем угодно и делать все, что угодно. И оно, и самое классное, оно резонирует нахуй, блядь, с образом Кирилла. Это пиздато, это очень круто. Бля, ебать, я сейчас на душню нахуй, вы все, блядь, посваливаете, но мне хочется повысказываться на эту тему. Давай дальше, скит. На скиты, интересно, есть визуалы, бля? Если есть, я охуею. Не, нету на скиты. Ну тогда давай, блядь, слушать скиты из ВК. Let's go. А, это я. А мы бы хотели вас проинформировать буквально минутку. Что случилось? Я сейчас на студию пишу рэп. Это буквально минутку займет. Угу. Мы информируем о том, что компания предоставляет для своих абонентов 30 дней пользования антивируса и приложение... Спасибо большое. Но это мне не поможет записать сейчас лучший парт своей жизни. Я стул сломал, извините, пока. Бля, охуенно! Скид следующий трек. Бля, не, круто. Вот такие скиты я уважаю, типа. То есть, прикинь, типа, Кирюха ебашит сторителлинг, да, какой-то жесткий, типа, там, раскрывается и всякое такое. Но при этом он все еще Кирилл пятерка, типа, я вот с этого жестко кайфую. Бля, посори нахуй, посори на этот визуал. Просто посори на этого коня, бля, типа, это пиздец, чуваки. Ладно, поехали слушать, стричок. О, да, привет, брат. Трек Бугатти, let's go. Да пум, чел, поехали лучше покатаемся на... Бугатти, заскочить на паре. Бугатти, заскочить на... Бугатти, заскочить на паре. Бугатти, заскочить на... Мы заскочим до пяти, беги. Протюнил фары, светит RGB. Она скачает бит, зритель зрит. Нарезал свою тачку, это будет хит. RZ на цвета радуги. Подарил Бугари. Она меняет цвет, как хамильон. Еще одна нарезка, ха-ха, миллион. Бугари, соскочить на паре. Бугари, соскочить на. Бугари, соскочить на паре. Бугари, соскочить на. Со мною соски брари, я для него как Барри. Можем устроить пари в клубе и на харе. Смотри в оба, кстати, катим на Бугатти. Снова копы, мать их, надо напугать их. Дрифтую как на Ларе, только на Бугаре. От визга хейтер замер стоит под себя Гарри. Остался позади, значит, что ты пит. Осуждаю. Бугатти, соски на паре. Бугатти, соски на. Бугатти, соски на. Бугатти, соски на. Я Кирилл красный, я валю на красный белый. Синий гонял синий. Я меняю стиль, остаюсь пятерка. Тебе зря растили, лучше бы растерли. Эта ночка темная, именно Бугари. Вижу каких-то тёла, а кайфу на Бахаре. Запрыгивай в салон, не каталась на Бугари. Она качает под рулем, голова как попугайчик. Бугари. Такс. Так. Ну чё, как вам трек Бугатти? Трек песня Бу Бугатти разными колоссами. Осуждать не надо, если треки зарегистрированы, то осуждать не надо. Да я знаю, господи, это больше рофл. Короче, по плюсам. Блять, вот флекс-треки, короче, пятерки идут пиздец.
прям пиздец идут. И я советую вам реально приходить на концерты, потому что то, как он исполняет это все вживую, это нахуй отдельный уровень перформанса. Я вам серьезно говорю, это пиздец. Очень круто. Типа, мне нравится, что трек, типа, вроде как флексовый, но он все еще подвязан под какие-то приколы, которые связаны с ними, с его комьюнити. Это охуенно. Спасибо за рейд в компании одного зрителя. Дай бог тебе здоровья. Раз ты в Ростове, пятерки, я иду. Ну, это еще надо уточнить, типа, там, как мы решим с пацанами, как это будет логичней. Но, да, типа, будет все охуенно. Следовательно, по плюсам. Ебать, нахуй. Спасибо, блядь. По плюсам этого, значит, тречика. Он флексовый, он все еще концептуальный, он качающий. Прям реально. И по флоу тут разнообразие есть, и все есть. Из того, что мне в этом треке не нравится. Мне кажется, что, опять же, Свидос тут все еще то же самое, типа, потому что у него сабы ебашат, но при этом общий, типа, характер трека, он ровненький, типа. Плюс некоторый зачитон во втором куплете, он как будто бы, короче, свингует немного, но из-за того, что немного не хватает вот этого панча уверенности, типа, он как будто капельку буквально слетать начинает вот в начале, здесь вот на залете и всякое такое. По тексту тут все хорошо, то есть вопросов нет. Потому что он раздает флоу, он, типа, играется голосом, он мутит там разные приколы. В этом плане, типа, он большой молодец. Как-то так, по-моему, это хорошая песня для того, чтобы прокачаться в тачечке. Вообще все база. Кирилл молодец. Так, трек написан в честь, блядь, игрушечной лего-машинки. Бля, заебись. Поехали дальше. Трек должок. Соответственно, Кирилл сказал, надо смотреть визуалы. Мы, бля, люди послушные, мы будем слушать. Пу-пу-пу-пу. Должок. Let's go. Ты сегодня идешь в стрипуху? Конечно, зайчик, сегодня же моя смена. Ладно, мам, я сейчас на деле, не могу говорить. Мам, позвони. Либо ты убит, неподалеку светлая, до секунды миг. Отпущай, дружок, ты, наверное, позабыл, за тобой должок. Ты, наверное, позабыл, за тобой должок. Верно позабыл, за тобой должок. Сука. Открывайте двери, снова денег нету. Ну а мы проверим. Это бизнес, черные кварталы. Рядом куча бичес, окруженных налом. Написал заяв, лучше в завещании. Стуканул лекал, такое не прощаем. Гангстеры в Америке, здесь госучреждения. Там тусишь ты на дне реки, а мы на дне рождения. Боишься проблем? Зря ты пришел к нам. Мой кореш хэштег, он за решеткой. Нихуя себе. Быстро деньги, гони-ка быстро деньги. Мой гэнг делает бэнг-бэнг, с тобой делают гэнг-бэнг. Либо ты убит, неподалеку смерть твоя, до секунды мид. Отпущай, дружок, ты, наверное, позабыл, за тобой должок. Ты, наверное, позабыл, за тобой. Должок. Ты, наверное, позабыл, за тобой должок. Сука! Долго ушел, драл скур, жоп на порошок. Бабы, мешок, эй, жоп, чем тайно порвен щек. Щелк, щелк, еще щелчок. По лбу упал бой, устроил пальбу балдой. От пальма я балдеж, от пальма я не трожь. Что в реку палец не трожь, не трожь и нет полиции. Зато есть принципы, братца, брат, ра-та-та-та. Твоим телекраты, ты привязан к бахтери. Заначку, карточки, бумажники. Мы с тобой едем на тачке. Правда, ты в багажнике. Коп, придурков не уловим. Пошел на мокрух, вышел сухим. Либо ты убит, неподалеку смерть твоя, до секунды мид. Отпущай, дружок, ты, наверное, позабыл, за тобой должок. Должок. Ты, наверное, позабыл, за тобой должок. Должок. Ты, наверное, позабыл, за тобой должок. Сука. Ей. Так, что мне в этом треке нравится? Мне нравится зачитон весь. Типа, он нормально зачитал везде. Типа, хорошо, по эмоции, по
интонациям, по какому-то флекс-моменту. Тут все охуенно. Что мне в этом треке не нравится? Он опять затянутый, типа вот на мой вкус, но при этом сторителлинг тут базовый. Прям типа есть кайф, типа в этом всем разобраться. Плюс есть ощущение, что в некоторых моментах, типа, из-за отсутствия развития в бите не чувствуется, короче, его жесткая уверенность, типа. Для первого альбома у него очень интересные игры слов в текстах. Тут друг за решеткой, хэштег, какие-то части... Не, зарифмовано, тут все охуенно. Вот вопросов нет, тут по рифмовке, типа, все прям... Не каждый так, типа, на первых альбомах, типа, умеет делать. Стопудово. Стопудово, тут вопросов нет. Последний припев будто бы не нужен. Не, последний припев, он как бы по драматургии, типа, нормально там смотрится. Я бы просто куплеты, типа, уменьшил. Вот есть такой момент, что, типа, вот куплеты хочется чуть-чуть покороче, типа, потому что у тебя здесь длинный куплет, у тебя здесь бридж с маленьким, типа, ну, вот это здесь куплет 2 назван, но это хуйня, типа, вот это фактически куплет. И, типа, вот этот куплет. То есть он раскрывает, заебись, все окей, но уверенности, короче, немного не хватает, плюс хочется, короче, в какой-то момент это все, типа, немного старым звучком отдает в вопросе, типа, подхода к продакшену. Есть такая тема на самом деле. Но по зачитону и по тексту он прям большой молодец. Потому что нарифмовал он заебись, и натостил он тоже тут заебись, все. Такой, не самый, короче, пиздатый трек для меня с релиза, честно скажу. Но там самый пиздатый трек с релиза, он впереди, блядь. Типа вот то, что мне нравится, прям это дальше. Но трючок, типа, крепкий, альбомный. Идем дальше. Трек Чики Бамбони. Бля, вот сейчас вы охуеете, честно скажу. Сейчас вы охуеете, блядь. Сейчас будет пизда. Сейчас будет пизда, посмотрим. Посмотрим, что там как будет по тречку. Бомбони, пятерка от Тура. Let's go. Тебя окутывают басы в предвкушении колбасы. Похер усталость и недосып. И вдруг тебе кто-то в уши сып. А ты хотел качественной музыки. Купи себе хорошие наушники. У тебя нормальные? Давай проверим. Громкость наваливай. Что за слова в припеве? Швепл, это нелепо. Может, Санхайзер, пердит эквалайзер. У тебя маршал, в ушах будто каша. Слушаешь Сони, как последний позор. Чувствовал сам в сумках, пять в уши сунул. Ты пробовал Филипс из ушей, кожа сочилась. Xiaomi, Huawei, замени поскорей, пока перепонки не в хламе. Кстати, у меня BR динамик. Тебя окутывают басы в предвкушении колбасы. Похер усталость и недосып. И вдруг тебе кто-то в уши сыт. А ты хотел качественной музыки. Купи себе хорошие наушники. У тебя нормальные? Давай проверим. Громкость наваливай, что за слова в припеве? Такс. Короче, что мне в этом треке нравится? Он вполне себе угарный. Эй, бля. Он вполне себе угарный, и типа в нем есть реально вот эта нотка задора и всякое такое. Но, бля, короче, вот здесь начинает раскрываться, короче, прикол с тем, что продакшн, типа, запаздывает, потому что в куплетах, типа, да, казалось бы, хардбас писать, честно вам скажу, ну, не очень сложно, прямо скажем, да. Но в дропе, типа, хардстайл-бочка, видно, что, типа, она просто была взята и по тональностям раскидана, хотя это, не, ну, типа, она так не должна работать. Меня за такое Саша Воронин обычно, ну, в рот ебал.
Но при этом для концерта это, естественно, безусловно, охуенный трючок. Люди разъебутся страшно. На концерте будет жестко, правда. Очень жестко. В целом, по концепции, типа подъебок с наушниками, трючок прикольный. Хотелось бы, конечно, опять же, блядь, если бы у него был доступ, типа, там, я не знаю, к типам, которые умеют такой музон писать, трек был бы ебейший, ну, типа, знаешь, там, на уровне, типа, треков, типа, старых хардбасовых, типа, у Руси и у Коли. То есть это вопрос чисто вот, ну, того, чтобы подпустить к компу типа, который знает, как это правильно делать. Здесь, типа, ну, классический хардбас, хардстайл трючок, типа, самый базовый, самый-самый базовый. Но по именно исполнению по тексту меня все устраивает. Но, типа, прод прям мусорный. Прям мусорный, к сожалению. Типа, если, типа, копаться, тут надо разбираться, собственно. Это такой Dark Side UC, такой себе в ушах, разъеб на концерте. Ну, на концерте, блядь, честно, мне кажется, что весь этот альбом будет ебать на концерте сильно больше, чем в ушах, просто потому что Кирилл, блядь, на сцене — это нахуй пиздец. Я вам серьезно говорю. Он мутит перформансы, блядь. Мы каждый раз с Ильей, когда приезжаем в Ростов-Краснодар, мы в жутком ахуе, типа, с него, честно вам скажу. Припевах задавили сильно капу, не знаю, на концерте в августе разъебнее было. Припевах задавили сильно капу, это же концептуально, типа, там же есть строчка, типа, громкость наваливает, что за слова в припеве, типа, это же, ну, и чё? Типа, это типа концепция, считается. Вот, такая тема. Так. Ну что ж, поехали дальше, ребята. О, трек «Стужа». Сейчас будет трек «Стужа», ребят. Опять же, хочу еще раз отметить, что визуалы все очень красивые, правда. Пятерка, гречка. Let's go. Трек «Стужа». Блять, вот он мне очень нравится. Вот этот трючок реально заебись. В баре зависает стужа, я простужен. Пара гренок уже никому не нужен. Только бы не выперли наружу. Лицом в лужу я погружен, никому не нужен. В баре зависает стужа, я простужен. Пара гренок уже никому не нужен. Только бы не выперли наружу. Лицом в лужу я погружен, никому не нужен. Купил билет 3500. Сколько лет? Сел на борт, интроверт. Силами собрался, а в ответ хули доебался. Тут так тихо, я сижу на лодке, ищу выход, радуюсь находке. От метро карты идет в безумный город. Знакомство в баре, отличный выпить повод. В баре зависает стужа, я простужен. Пара гренок уже никому не нужен. Только бы не выперли наружу. Лицом в лужу я погружен, никому не нужен. В баре зависает стужа, я простужен. Бля, блюз очень хорошо ложится на его голос, конечно. Только бы не выперли наружу. Лицом в лужу я погружен, никому не нужен. Что за шум снаружи? Там, наверное, это музыка. Уличным бендом поют местные. Все поют припев, не знаем мы слов. Все движутся. Будет трек на Эпле, не переживай. Наши ребят, чтобы показать. Мне показали факт, следом послали нахуй. Я понял, будет драка, сейчас я ему. Уф. В баре зависает стужа, я простужен. Пара гренок уже никому не нужен. Только бы не выперли наружу. Лицом в лужу я погружен, никому не нужен. Зависает стужа, я простужен. Пара гренок ужин никому не нужен. Только бы не выперли наружу. Лицом в лужу я погружен, никому не нужен. Бля, вот вы заценили, да, типа?
Тут все еще, короче, продакшн не вау. Типа, вот тут бочка, типа, в верхах отбивает и всякое такое. Но, бля, какой вайбовый тречок, бля. Вот это мой любимый трек с Альбича, правда, типа, вот он прям и по настроению, и по вайбу, короче, и по музлу мне прям заходит. Типа, я прям слушаю и такой, охуенно, я еще люблю блюз. И тут, знаешь, такое, типа, может, не тот... Есть такая группа Two Feet, короче, типа, и вот музончик такой, знаешь, типа, полуэлектронично, полублюз. Взятина. Я такой, нихуя себе, блядь, какой крутой музон. Плюс вокалы вот человека с ником Гречко, типа, очень прикольно легли ему под этот в дабл или там в бэке, куда там пихали. Типа, пиздата, пиздата. Он прикольно интонирует, типа, вообще разъеб. Типа, в этом плане вот для меня вот этот трек пиздец. Он именно вот и по исполнению, и по атмосферке жутко зашел. Я такой, охуенный тречок. Но опять же, блядь, вот сука, вот чуть-чуть бы, блядь, докрутить это по свидосу, типа, вот, ну, просто. Но, опять же, я вот сколько выебываюсь на свидос, но я Кириллу тоже сказал, говорю, чуваки, типа, ценнее будет то, что вы не отдаете материал куда-то на сторону, а будете всей толпой вместе в Ростове развиваться. Типа, вот это реально ценнее. Типа, скилл, он приобретаемый. Он в процессе, типа, накрутится, типа. Бро настолько прост, что ему для оценки не нужны бэрдинамики. У меня тут мониторы стоят. Видишь, микрофон специально для этого. Мониторов слушать — это пизжа, честно скажу. Вот. Но, конечно, музыка здесь отличная. Музыка здесь отличная. Че, let's go дальше? Let's go дальше, соответственно. Кусочком трека на стриме поделюсь. Блять, ну трек-то охуенный, пиздец. Мы прошли экватор. Let's go, трек Клоун. Трек Клоун фит с Игорем. Блять, ну такой ебаный визуал в плане. Ну, типа, он так охуенно выглядит. Пиздец, чуваки. Посмотри, посмотри просто. Сегодня я судья, надел парик и залакри. Сегодня добрый или злой, я на гали. Каждый мой день цирк, кто сегодня я свинья. И нос пищит, и зал визжит. Сегодня жир или худой, я на гали. С разбаном, теперь все пойдет по плану. Эй, хейтеры, пиздана. Эй, спонсоры, сюда на. Повернута сумах, вот это поворот. У меня сосуд, я не про комару. Для твоего бати я тупо с комару. Узнал, сколько мы тратим, понял сам он лох. Веселю народ, так веселю, как никто не смог. Читаю монолог, деточка в ютубе преподал урок. Киньте мне донатик, расскажу про скам. Я не математик, посчитал на свай. Как меня назвали, я Кирилл Баран. Контента дам всем голодным ртам. Каждый мой день сыр, кто сегодня я судья. Надел парик и залакри. Сегодня добрый или злой, я на гали. Каждый мой день сыр, кто сегодня я свинья. И нос пищит, и зал визжит. Сегодня жир или худой, я на гали. Снова тебе смешно, я клоун. В школах запрещен мой флоу. За фит хочешь платить бабло, но я кладу хуй таким налог. С голыми дамами плюс поражен. Голуби надо мной, я поражен. Голову правильно, я ебу мамок. Беду три года, мой прод. Ну это времен альбома «Миллион доллар хэппинес», скорее всего, да? Вот эта тема. Чтобы кротовуху делать потом. И опаивать женщин и мужчин. Говорят, нет, а по следам. Я по следам иду по следам. Я свой стендап назову седам. Седаун мелчер. Ладно, это прикольная четверка. Надел парик и залакри. Сегодня добрый или злой, я на гали. Каждый мой день цирк. Кто сегодня я свинья. И нос пищит, и зал визжит. Сегодня жир или худой, я на гали. Бля, нажмите на кнопку подписаться. Хочу 21 тысячу фолловеров. Насчет времени читается, ну, референс читается. Референс песни Алишера «Все хотят в меня шоу». Да, действительно, он очень жестко читается. Тут согласен полностью. Третий припев лишний как будто. Ну вот видишь, тут структурно они перетянули. Тут много, короче, есть вот этих классических ошибок, которые, типа, я уже много раз, типа, в
треки, ну, типа, в разборах, типа, вот этих треков, типа, обсуждал, я не вижу смысла, типа, повторяться. А трек не мой, сразу говорю, потому что я сразу считываю, короче, типа, все, 21-ка, да ну нахуй. Короче, трючок не совсем мой, потому что я сразу такой референс, я такой, блядь, зачем делать вторую песню шоу? Это, типа, ну... Но при этом тут, типа, по зачитонам, по... все нормально. Типа, по свидосу мне не нравится все еще. Слушай, у меня, так у тебя уже 21 тысяч. Почему, блядь, на ебаном плитке, блядь, статистика Твича мне показывает 20983? Что за хуйня? Вот, надо еще 17 человек. Пожалуйста, нажмите на кнопку follow. Буду вам благодарен. Трек записан еще с приходом Кирилла на Твич и после его разбана. Видно, что трючок старый, правда. Тут и по скиллу, короче, типа, чувствуется разброс между этими треками. Такой средненький трючок. Идем дальше. Трек «Косарь». Бля, ну визуал ебать какой. Ёб твою мать. Идем. Трек «Косарь». Ей, ей. Опиум. Пятерка опиум, реально. Осуждаю. Когда трек взял после того, как на стриме познакомился с Херон Вотером, решил сделать текст с таким хуевым текстом. Блять. Это прям воровская лапа в моменте. Ну, есть, кстати, вайбы, да. Трек «Воровская Дора», знаешь, типа. Ну, вот этот трек прикол, понял? Типа, его нельзя особо серьезно воспринимать. Блядь, есть пара смешных строчек, типа, но мне плотности по барсам не хватило. Но при этом он звучит современнее всего. Типа, что было на альбоме. Но, конечно, типа, это угар очевидный. Это страшно выпускать, потому что это может стать популярным при учете того, что в этот трек получил меньше всего. Слушайте этот гениальный текст или читайте его, он реально гениален. То есть настолько хуёво сделать, надо было постараться. Но это правда, кстати. Ну, просто там, видишь, надо покопаться еще, типа. То есть у Херон Вотера в чем смысл? Типа, у него каждая строка — это какой-то бэтбарс. Нужно было вот такой текст-ток делать, и пацаны сделали, типа, вопросов нет. Но это прикол, я его не воспринимаю суперсерьезно. Чё, let's go дальше. Трек «Алмазы». Алмазы, алмазы, алмазы. 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 Let's go. Бля, вот это пи***ц. Бля, визуал реально охуевший. Кто номер один, а я лучше. Из них всех мой блеск ослепляет сразу. Кто-то говорит, я не слушаю. Кто номер один, а я лучше. Из них всех мой блеск. Алмазы, алмазы, алмазы. На мне столько бриллиантов. Алмазы, алмазы, алмазы. Я как елка в гирлянду. Алмазы, алмазы, алмазы. Мне часовца на пальцах. Алмазы, алмазы, алмазы. Полируй мои яйца. Алмазы, алмазы. У меня
дом из алмазов. У меня тачка алмазная. Вся, кто бля, скажет, вот, вот здесь басок бы, блядь, вывести, блядь. Не кик, нахуй, а басок. И было бы, блядь, ну, в плане, типа, погромче. И было бы охуенно. Я завязываю шнурки алмазные. Неважно, какой там вес. Если алмаз неограненный, устрою ликбез, мой любимый певец. Алмаз Багратион. Тебе сложно запомнить. Это смешно. На носу ты заруби. Я не шарю в футболе, но болею за... Тоже руби. Охуенно. Кровавый алмаз. Пью только кристалл, на крайняк Бомбей сапфир. Алмаз, центре пирамиды, рубины, сапфиры, мирах, пирамир. Я мимо лавирую, поступил, а я мило лавирую, пошленьких лавирую. Хорошо зачитал. Ведутся на блеск. God bless, God bless. Они ведутся на блеск. God bless, God bless. Остаюсь, если буду получать алмазную пенсию. У меня алмазный мир, не просто царские украшения. Тебе кричат, но к алмазам это не имеет отношения. Где я, царь? Пыки палятся легко. Все грибу на столе кузнеца. Бриллиантовой рукой. Аксиома Эскобара. Майншилд или кристаллик. Мне тем временем Рианна на дырышке поет Даймонс. Даймонс in the sky. Блядь. Блять. Алмазы, 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 алмазы. Нам не столько бриллиантов. Алмазы, алмазы, алмазы. Я так люблю, как гирлянды. Алмазы, алмазы, алмазы. Лечи солнце на пальцах. Алмазы, алмазы, алмазы. Полируй мои яйца. Алмазы, алмазы, алмазы. Бля, трек в середине заебал уже что-то однообразное. Ну, это типа, видишь, панчлайны про алмазы, всякие, всякие вот эти дорогие брюлики и так далее. Но про заебал согласен, типа. Этот пар должен был читать Dirty Monkey, но я наебал Кирилла на 10к. Бля, я видел, кстати, по-моему, этот кусок, типа, реактов, ну, типа, кусок со стрима, Кирилл об этом рассказывал. Я, типа, это... А, бля, подожди, не, нихуя, он об этом нам на концерте в Краснодаре рассказывал. Ну, это реально очень смешная история, честно говоря. Очень смешная. Второй раз послушав, как-то больше зашел этот трек мне. Он, типа, он прикольный, но, блядь, вот, опять же, все те же, короче, ошибки затянуто, и, типа, с видоса не хватает по балансу. Вот здесь Кирилла проявляется в длине треков. Я не боюсь ему в личку написать, боюсь... Ага. Так, чё, поехали дальше? У чела настолько много алмазов, что он сошел с ума и стал легендой рэпа, звездой рэпа, гением хайпа. Ну, база, база. Так, следующий трек «Пантеон». Let's go. Трек «Пантеон». Пантеон. Бля, пиздец, ебать, это круто выглядит. Посмотри нахуй, посмотри, блядь, на это. Кто твои боги, бро? В чем мне искать добро? Это оберег 2? Понял. Душит твою гортань. Явись нам, Амон-Ра.
вайбы перекинулись. Вы что, с ума сошли, нахуй? Ёб твою мать, какие нахуй вайбы перекинулись? Нас поглощает враг. Зевса заменит Тор. И не Перу на Один. Иконы, монитор любимый. Пиздец, бля, и вот реально вот эти... Ой, бля, ладно, все, я промолчу. Пошлёт своих фанатиков. Снимать тиктоки про оловянных. Вот это, типа, концептуально прикольный трешок. Я не очень люблю копаться в текстах в таких треках. Условно, вот здесь вот я не совсем понял, типа, блядь, так они же друг друга, по-моему, нет? Хуярили, типа, почему? Он тогда не Авель, а Каин, типа, в чем прикол? Всякое такое вообще не отличит от перегиба. Да, блядь, ёбнешься, нахуй. Ах, блядь. Прикольный трешок, по звуку все то же самое, по тексту тут поинтереснее, типа, согласен. Неожиданно Кирюху видеть все-таки, типа, знаешь, вот в таком амплуа, где он, типа, как-то пытается в текст раскрывать. Ну вот реально, типа, по тексту тут все, типа, прикольно. Есть кайфы. Где-то побольше, где-то поменьше. Вайбы DeepXSense. Сука, я в ахуе. Че, поехали трек «Вернуться назад». «Вернусь назад». Next track плюс до мурашек. Ну, погнали чекать. Делаем костер в центре зала и танцуем. Я вам пизды дам, блядь. Вы чё охуели, блядь? Какие костры? Еее! Блядь, сука, ебать круто выглядит. Так у меня у одного всё пиксельное почему-то. Как будто, блядь, в этих не хватает... как его, блядь? Битрейта. А что, если нет? Шанс начать все сначала. Исправить те ошибки, от которых бежал я. Или жить дальше, проблем не замечая. Это не точка, это запятая. Дядя сейчас один из исполнителей этого трека. Заебись. Строчка длинновата здесь. Эту память, ты единственный, кто все ведь знает. Назад нельзя. А. Это твои слова. Вернуться вспять, опять. Мне снова не унять. Вопрос хочу задать. Блядь. Сука. Ну зачем нахуй ты этот фальцет вывел так громко? Ну зачем, блядь? Ну он же странно звучит. Ну пиздец. Ну вот реально, ты же слушаешь, типа, он по бокам должен быть, по бокам и в ревербе, блядь, типа. А так это звучит так, как будто бы курицы на яйцо наступили из-за этого, блядь. То есть, как бы, понятно, что там по исполнению, скорее всего, все окей. Но ёб твою мать. Любой ценой я вернусь назад. То есть, вот здесь бриджик исполнил. А какого хуя он такой тихий, блядь? Где, типа, тело голоса? Ёбана в рот. Ладно, блядь. Поехали дальше. Зато голос Кирилла передистили, блядь, перетюнили, блядь. Причем по этому, по проду, типа, блядь, он, драмка, конечно, да, как бы, химонайза там никакого, блядь, абсолютно. Но, типа, гитарка прикольная, там какие-то соляки вот эти в конце заебись сделаны, типа, ну, блядь, вот реально просто дайте им нахуй, блядь, одного звукаря, пожалуйста. Yeah.
Лос-Анджелес, Калифорния. Короче, сам по себе, по концепции, прикольный трек. Но сведение вот здесь просто пиздец. Ну просто пиздец, блядь. Вот просто вот я не понимаю нахуй, блядь. Почему, блядь? Почему нахуй это так, блядь? Ну почему нахуй? Ладно, все, в пизду. Первый альбом, да, как бы? Первый альбом. Все еще напомню, как бы, да, что это первый альбом у человека. Но, я говорю, по тексту я справился с вокалом. Бля, бро, честно, нахуй. Из-за того, что тут балансы напутаны, блядь, так, как будто бы, блядь, просто мейн-дорожку с даблами, ну, типа, и бэками перепутали, я не могу тебе ничего сказать. Потому что это все еще закинули в автотюн, как будто бы безмелодайно от слова совсем. Меня это, типа, расстроило. Я не могу понять всех красок твоего голоса исключительно потому, что тебе просто отрезали, блядь, всю твою середину голоса. Я сижу и такое, типа, блядь, почему нахуй, почему так, блядь? Раньше Нюбер хейтил Пира за свидос, теперь Артурчик критикует пятерку за свидос, классно. Блять, если вы меня сравниваете с Дмитрием Хрюбергом, то, бля, ребята, выход со стрима вон там, если что, блять. Я этого человека ненавижу как раз за то, что он как раз нихуя не разбирается в том, что он говорит. Нихуя, блять, типа, абсолютно. Но если для вас звучат, типа, мои комментарии, типа, блять, одинаково с комментариями Дмитрия Хрюберга, я нахуй ливаю, блять, это пиздец. Меня просто, знаете, блять, ну почему нахуй ты это сказал? Вот. Короче, сам по себе трек, опять же, блядь, он прикольный. То есть ты слушаешь такой, тут есть, типа, раскрытие, тут есть подвязка, типа, к каким-то реальным событиям на сервере. То есть, ну, как бы ты слушаешь и такой, и по музлу, типа, более или менее все прикольно. Ну вот просто дайте сюда нахуй, блядь, типа, свидос. Вот мне грустно. Типа, я не бомблю, мне просто грустно. Типа, я знаю, что если бы, блядь, отдали, типа, типу какому-нибудь, типа, который это умеет сводить, трек был бы, типа, в 500 раз пизже, типа. Но вот, вот на этом треке и на треке Чики-Бомбони, типа, блядь, для меня это вот прям, типа, супер яростно. На делюкс-версии досведут. Maybe. В любом случае, типа, я хочу сказать, что первый альбом у человека, блядь, первый альбом, типа, это классические ошибки любого артиста, типа, которые, ну, бывают. Но, блядь, покажите мне, нахуй, первый альбом человека, в которого так все нормально закручено, ну, типа, закручено по тексту. Так, скит, я рэп пишу. Фу, блядь, алло. Да, здравствуйте. Здрасте. А вы занят? Это Мелшер? А чё надо, я пишу рэп жесткий. А, ты не дома, типа? Ну я рэп пишу в студии рэпа. А, Киру. Короче, ну там еще маленькие всякие темы, но тебя, по-моему, сегодня квинтяры еще ночью. Блять, я рэп пишу, ёбаный рот. А когда тебя доебать еще тогда можно? Я ебу, блять. Ну тогда пока. Бля, скиты очень смешные, правда. Скиты пиздец смешные. Я прям жестко кайфую. Скиты прям охуенные, типа, прям крутые. Все, поехали, звезда рэпа. Блядь, круто, круто выглядит, круто пиздец выглядит. Рифмы нежно уложу на эти вот биточки. На могилку твоей мамки я кладу цветочки. Я курю дерьмо, и это HQD-шка. Я залил дерьмо в умы к твоим детишкам. Нам не моя фишка, это моя фишка. Ты большая шишка, закупай. Бля, Женю Сечов, в рот ебутся, блядь. Ты гонишься за мной, но у тебя одышка. Исполнитель рэпа, я звезда нахуй рэп. Мимо хейтеров свирепых проезжаю на карете с лайву. Ну ты ствая, лали на кармане грамм шпал. Покурили, залагали, если чё, мы всё наврали. Это правда. Все мои слова пиздёшь, говорю честно. Врать вам в этом треке было б неуместно. Я ебу, да, в Brawl Stars выбил спайка, ты ублюдок. Для тебя я сделал майку, когда тут я с яширом. Запил его кефиром, теперь принцесса Шкила во мне в виде кумира. На фуре безу, но ты вместе с мамкой под пизоты. Ну а ты идешь с работы прямо на моем капоте. Если чем-то недоволен, пиши быстрей в донаты. Да, админ будет уволен, ой, ты послан нахуй. Все мои слова пиздешь, говорю честно. В этом треке было б неуместно. Рифмы нежно уложил на эти вон биточки. О, здесь прикольно. Прям прикольно. Я курю дерьмо, и это HQD-шка. Я залил дерьмо в умы к твоим детишкам. Нам не моя тишка, это моя фишка. У тебя дымится шишка, ведь теперь я худышка.
третьем Лима продал. Нахуй надо, в два раза больше стримов теперь продам рекламу. Он меня не верьте и дальше, хейтер черти, и все же карты сверьте. До встречи на концерте. До встречи. Концовка пиздатая. Вот этот рычок мне нравится. То есть, как бы, типа, он прикольный, он интонационно хорош. В нем рефрены прикольные и текст прикольный, типа. Здесь все окей. Так, ну что, давайте подрезюмируем, да, весь альбом. Короче, это первый альбом артиста, которому есть что сказать, у которого есть, типа, тексты, у которого есть рифмы, у которого есть зачитон. Тут есть классические ошибки, типа, артиста, который пишет свой первый альбом и который, типа, не пиздец, как, типа, еще в контексте всего происходящего. Я этому альбому ставлю для себя где-то от 6 до 7, с, как бы, заранее обозначая, что это, типа, ну, на вырост, мягко скажем. Что мне тут не нравится? Мне не нравится Свидло. Свидло прям, типа, блядь, моментами супер мусорное, моментами просто, типа, такое. Мне хочется, чтобы Кирюха в будущем, короче, послушал побольше разной музыки, и хочется, чтобы Кирюха, типа, сократил количество текста в угоду какой-то, типа, драматургии в треках. Хочется, чтобы треки были, типа, не такие ровные, а больше, типа, как-то динамические. При этом я хочу его похвалить за проделанную работу, потому что подход у него, правда, типа, профессиональный. Он пиздато, типа, подготовился, снял тизер, он сделал охуенные визуалы, он действительно старался. Для человека, который этим, скорее всего, блядь, никогда по-серьезки не занимался, он к этому заебись подошел. Но это не альбом, по сути, микстейп, слишком разнообразно. Да нет, это, типа, ну, показатель того, что, как бы, чувак смог сделать. Вопросов нет. Я не буду этот альбом расхваливать, потому что, как бы, ну, тут всем понятно, да, как бы, что есть, типа, свои недочеты и есть, типа, над чем работать. Я больше чем уверен, что Кирюха будет над этим работать, и придя на концерты, типа, вы его в первую очередь поддержите, типа, потому что сейчас, первое время, на него будут ходить, потому что он пятерка. Ну, а если он кайфанет... О, спасибо за рейд. Спасибо за рейд, Андрюшенька. Дай бог тебе здоровья. Сейчас его будут слушать в основном из-за того, что он пятерка. Тут есть куда работать и есть куда расти. И расти еще ого-го-го-го, как много. Если он, типа, не тормознет и будет дальше, типа, развиваться, он сможет, типа, эволюционировать в очень крепкого, харизматичного артиста, у которого тексты, типа, перемешиваются с ебейшей харизмой, типа. С ебейшей. Выпускает этот альбом, Кирилл пытается найти свой стиль, лучшую жизнь, я все пытаюсь найти, какая из тысячи жизней самый лучший, за какой мне стиль мне цепляться. Я думаю, что Кириллу стоит, короче, типа, продолжать дальше делать иронические треки. Я думаю, что Кириллу стоит, типа, продолжать, типа, делать серьезные треки с раскрытием, как это, типа, на треке «Оберег», и как на треке вот этот... Да, он называется же, вроде, боюсь, блядь, ошибиться. Ну, вы поняли, про что я говорю. Я думаю, что Кириллу нужно дальше продолжать, типа, развиваться в этом всем движе. Я надеюсь на то, что он не тормознет. Правда. Если он сейчас, типа, переживет, нормально отнесется ко всему, что, типа, люди будут говорить по фидбэку с альбома, и не будет, типа, слушать чуваков, которые его просто облизывают, потому что он пятерка, и будет спокойно, типа, двигаться, развиваться, у этого человека все будет охуенно. Вот так могу сказать. В целом, на Сим, я думаю, что можно закончить с реактом на этот альбом.